строителей устроил праздник прощания с осенью. Именно так и называлось это мероприятие. Прощание с осенью состоялось 29 ноября, и на него пришли не только члены этого клуба, но и другие пенсионеры, которые посещают Центр занятости сеньоров. Это особая группа висагинских ветеранов, которые регулярно общаются в здании Вельтес-1 и проводят здесь различные мероприятия. Прощание с осенью было подготовлено по всем законам жанра. В исполнении группы «Беспокойные сердца» прозвучала песня «Листья желтые», а затем и «Частушки про осень». Семья Ткаченко, супруги Анатолий, Елена и их дочь Оксана сыграли на современный лад басню «Стрекоза и муравей». Этот небольшой спектакль был исполнен с большим юмором. Публика доброжелательно встречала всех актеров, которых приглашала выступить ведущая вечера Дана Сман. В этом сообществе есть не только свои певцы, актеры, но и поэты. Людмила Зорина читала свои стихи об осени. Галина Харбидия, известная коллекцией своих кукол, на прощание с осенью пришла в наряде, который был красивым олицетворением этого времени года. Артистам и гостям вручались осенние сувениры, приготовленные своими руками. После концерта его участники устроили осеннее чаепитие. Угощение – печеные яблоки, пироги, печенье – было приготовлено самими членами клуба. Но вдобавок к этому был и сюрприз, который на общее воззрение представила Зинаида Тресницкая. Подарок от мэра, который мы получили на мероприятии 40-летия Ленинградской станции. Мы принимали участие, наш клуб, ну и все, в подготовке этого, того, где юбилейного праздника. Так что на всех хватит. Однако собственным праздником прощания с осенью члены клуба строителей не ограничились. Они собрали несколько коробок с фруктами и вручили их пациентам отделения по уходу, которые были очень рады таким подаркам и от души благодарили членов клуба строителей.